июльским утром, с самого почти рассвета. Тешит волна речные плеса, берега. Зорька купается в реке солнечным летом. Плывут по небу кучевые облака. Вдруг нарушает тишину водное судно. Движение замедлив, тихо тарахтит. Туденевский затон встречает также утро. Из рыбаков кто-то проснулся и не спит. С лучами башня Шуховская озарилась. Заря приветливо ее всю обняла. Ночка коротенькая как бы растворилась. Отколь пришла, туда она ушла. Просторы здешних мест, жизнь дачного поселка. С женой когда-то я рыбачил по утрам. Сосновый лес, лишь изредка и елки, и рыбаков костры по берегам. Сегодня башня Шуховская привлекает. Из городов страны к ней едут все сюда, хоть водным транспортом и на машинах приезжают. Красиво стало здесь, как никогда. Тут руководство из Дзержинска постаралось. Иван Носков все сделал для людей. И Глеб Никитин, губернатор, не считая, помог со средствами для правильных идей. А я с семьей опять решил приехать и сделать необычный репортаж. Пока июльская погода, к счастью, грелась, и убедиться, что тут вовсе не мираж. Тут отдохнуть от всей души можно с желанием и башни Шуховской историю узнать, к всему святому относиться с пониманием, картины и пейзажи рисовать. Прошедший день наполнен был событием, он, уходя, давил дали закат, а вечер в должности закатом с повелением тихо шептал предшествие расклад. У башни Шуховской гуляли, отдыхали, а кто по набережной отмерял шаги, с домашними собаками гуляли, видеосъемки делали свои. А на реке Оке не так тревожно к ночи, и катера то там, то тут идут, а кто рыбачит на вечерку, впрочем, к ночевке кто-то здесь нашли приют. Вот Шуховская башня озарилась в свете, огнями радужными радовала всех. Ее глазами лицезрели взрослые и дети, и красота вселяла цветной гирлянд успех. Закат вечерний красотою наполнял, не нужно было слов, а лишь его внимание. Он, как всегда, на запад тихо уплывал, без всякого, казалось мне, желания. Он напоследок полыхнул где-то вдали, от Шуховской тихо машины уезжали. Пора до дома, собрались вскоре мы. Мы на прощание всем руками помахали.